Где там у нас банк? Поблизости не уж у нас деньги еще не накопились. Сама же недавно восстанавливала. Белый красавец прискакал. Поехали до банка, доедем. Так. Ой, там сейчас этого убьют. Я хотела мимо проехать. Да прям. Да брось ты эту гадость. Опять решил поднять. Безумие, тутипацы. Мне пора возвращаться домой. Сейчас поговорим с тобой о важном. Освобождение Рима началось. Я думал, что мне конец. Спасибо, сеньор. Но Борджиа все равно прикончит меня, если вы не разгромите их. У меня места не было для ассасинов в Ливербоке, поэтому я хотела мимо проехать. Что-то прям как совсем было бездушно с нашей стороны. И я не выдержала и остановилась. Влюбленные, прекрасные. Надо, чтобы этот мир был в безопасности. Чтобы ваши дети могли развиваться в спокойствии. Для того, чтобы они обслуживали эту элиту. Это слово, оно везде. Если уж на то пошло, элита должна быть самая честная, искренняя, сострадательная. Должна себя бить по щекам, воспитывать, закалять свою волю, познавать себя и в первую очередь учиться признаваться в самом страшном самому себе, чтобы развиваться, чтобы быть примером для тех людей, кто может тоже. Кто тоже может бухать? Лайла. Чего у нас нету здесь? Денежек пока не накопились, что я с вами. Старёк, хоть всё пою. Если бы я мог отправить его туда прямо сейчас. Ну и что нам делать с этим совсем? Есть еще один банк. Далековато. Красавчик. Я на белом коне ездила на экскурсию, его звали Красавчик. Бай-бай! Но он был белоснежным. Его грива, его волосы были белоснежными, как у альбиноса. Его хвост был белоснежным. Вы просто не видели, это действительно красавчик. Это
шедевр природы. По-другому его просто называть было невозможно. Если иногда хочется придумать какую-то кличку животному, кажется, что вы бы придумали намного лучше или что-то пооригинальнее. Ну или просто в голове с каким-то другим именем может с кличкой ассоциироваться, да? Но это реально просто... Это... Конь невероятной красоты. Там было два коня. И я сразу присмотрела либо этого белого, либо черного. Черного, коричневого цыган его звали. И инструктор сам сказал, что я хотел отдать тебе именно этого коня. Мы просто подошли вместе. Там каких-то лошадей пока запрягали, чистили, там что-то еще делали. Эти лошади были свободны, и мне дали этого коня. Действительно, он королевской красоты просто, эта лошадь. Если его еще экипировать... Вот что значит быть плененным красотой. При этом нужно только смотреть. Животное, оно свободолюбивое. Но животные, они к любви тянутся. Если их что-то заставлять делать. Ну, их, конечно, можно дрессировать, воспитывать собак, там, например. Они, наоборот, не покоряются слабым. Но это нужно делать правильно. И же воспринимать все как стаю. Лошади – благородные животные. Если бы мне предложили лошадь на основании, что мне дадут место в конюшне, да, где его можно будет содержать, что, естественно, будут деньги на содержание этого коня, потому что за аренду нужно платить. Ухаживать, если не самой, потому что, ну, это нужно делать, ну, чуть ли не каждый день, а каждый день ты все равно не сможешь находиться там, либо человеку платить, который этим занимается, или машину. Я бы выбрала лошадь. Хотя большинство людей, когда я это говорю, для них звучит это странно, но у меня никогда не возникало желания иметь собственный автомобиль. Если бы мне, конечно, подарили машину, я бы не отказалась. Это совсем другое дело. Мне кажется, никто бы не отказался. Мне кажется, достаточно. Я просто устал уже. Вот и все восстанавливать. Интересно, это получается 6%, а? Еще один разрушенный акведук. Какие-то страшные вещи рассказываете людям, и потом не уснут. Какое качество делает мужчину мужчиной?
Воля, мудрость и волю я выношу и смысл сила. Воля, внутренняя сила. Ну, физическая это как защита, если это необходимо. Мудрость. Не ум. Большинство мужчин, конечно, живут умом. Но есть те, которые немножечко вышел за эту грань. Если они начинают познавать себя, дух мужчин действительно очень силен. Ну, мужчиной нужно стать, как я уже говорила, да. Сострадание, кстати, огромная сила. И в лице мужчины это просто невероятный подвиг, потому что намного сложнее сострадать, чем гневаться. А на это способны действительно очень сильные люди. Я когда играла в Tomb Raider, я рассказывала про притчу из одного видеофрагмента о том, как воин пришел к ведуне и стал рассказывать о том, где находится рай, скажи мне, что он существует, потому что я не могу представить, что те воины, с которыми я сражаюсь, погибают в таких муках, мне хочется знать, что они действительно находятся в спокойном месте. В светлом месте, что они не просто так сражались. На что она ему сказала: ты слабак, ну или как она его оскорбила, сказав, что ты слабое ничтожество. Он разозлился и хотел ее убить, но она его как-то оскорбила, задела его за живое. Он хотел ее убить. Узнал о своем превосходстве, узнал о своей силе. И она ему сказала, что и следовало доказать, ты попадешь в ад. Лишь та истинная сила, когда ты можешь управлять своим гневом и можешь пощадить человека. Вот в такой ситуации, когда задевают эго человека, это и называется ад. Через какое-то время он передумал ее убивать и понял, о чем она говорит. Это было сложно. Другой, может быть, не справился бы с этим. Но он ее не убил. Просто в этот момент нужно осознать, что то, что она сказала, может даже... Если задевать человека, частично это правда, но ты можешь сделать, чтобы это стало неправдой. Ты можешь стать сильнее этого. Я просто говорила на эту тему. Я не хотела повторяться, просто навряд ли кто-то будет искать это видео, смотреть его. Я как раз объяснила эту мысль еще раз. Просто она мне очень запомнилась, и я ее часто ставлю в пример. Ад — это человеческое эго и ум. Рай — это спокойствие, сострадание, внутреннее спокойствие, сострадание. Совет просит тех, кто использует портал в качестве... Ну, может, мудрость тоже. Вот мне сейчас опять надо кого-то спасать. У нас нет места сейчас, чтобы вербовать. Чтобы вербовать ребят, нету места. Почему? Отпихнуть.
Здесь скрытый символ. Красиво. Прям мурашки. Музыка чем-то напоминает Ведьмака второго, вот это вот. Ты восстанавливаешь арки. Отлично! Спасибо, сеньор. Восстановили акведук. Не могу найти. Разве это не здесь было? По-моему, здесь. Скрытый символ. Цветочки, цветочки. Ваш хозяин сам дьявол. Как думаешь, когда эти... Вы обновились, я же вас убивала. Блин, теперь 22 тысячи. Сейчас как раз 2000 ушло. Ладно, а пока у нас кипятится чайник, мы с вами можем выполнить еще одно задание. Нам не хватает 2000, чтобы восстановить это место. Я к Бартоломео пришла. Нужно спасти его жену, он в отчаянии. Мужчина в панике, как произошло, надо помочь. Как он просмотрел-то? У тебя есть план? Если твои люди проникнут в лагерь, они ведь одолеют стражу, верно? Да, но... Особенно, если они застанут их врасплох. На черту! Нам нужно добыть несколько французских доспехов. На заре мы идем в их лагерь. Ха! Эцио аудиторе! Ты мне решительно нравишься! Манифиго! Я добуду доспехи. Мои солдаты соберут их с трупов. Мы пойдем с севера, чтобы не вызвать подозрений. И еще, Эцио, убей их незаметно. Доспехи должны быть чистыми. Не в крови. Обманите барона де Валуа. Для этого убейте 20 французов в развалинах Рима, чтобы люди Бартоломео могли забрать их доспехи. 20? А не много ли вам? У меня уж чайник давно вскипел. Но тут мне про 20. Надо разобраться с ассасинами пока. Убить 20 солдат. Порошок из моллюска. Да мы так. Из лиса хвоста.
Лучшие средства от зубной боли. Так, набрали. Одинаковое расстояние ко всем. Кого я нашла? Зачем это? Не волнуйся, мы поймаем это. Не пропускаем. Убей его, Пал! Мы Порджа! Мы не знаем! Бейте его! Атакуйте со всех сторон! Лила потратила кинжалы из-за тебя. Мы Порджа! Мы не знаем страха. Больше я им не служу. Так-то. Минус одна башня. Не надо раскрывать себя, как я найду того самого солдата, который нужен мне. Останови! Ну вот я включила, и он все равно не выбрал. Ну вот тупица, а. Уже который раз включил, да? Теперь ты умрешь. Ну вот я не знаю, куда дальше. А, так сработало. С тобой выберемся уже отсюда, нет? Да там все носится, сломя голову. Одна башня, по-моему, осталась. Наконец-то мы с этим разобрались практически. Все, кыш отсюда, стражники, это наша территория. Ничего, вам больше здесь охранять. Так, они и свалили. Устанавливаем конюшню. Так, у
убитых солдат нету. Почему надо было просто убить кого попало? Думаю, конкретные цели. Кого-то из лагеря. Ничего, я просто так сюда бежала. Прервите его, если хотите. Ага. Как я могу его прервать? Подстава какая-то. Это просто... любого солдата, что ли, надо убить? Ну, только это делается вот так. Ну да и все. А я могу ведь убить больше. Быстрее, черт побери! Он уходит! Экколо, бей его! Я не вижу. Где он? Ну, могу просто в одном лагере убить их сразу же. Я заставлю тебя помучиться! Здесь еще сундук есть. Я не хочу умирать! Помогите! Прошу, не убивайте! Чё ты орёшь? Нужно тебя больно убивать. Кому? Не хотел двоих сразу убить, но у меня не получилось. Я ассасина призвала на помощь. Мне так будет проще. Мне надоело все одно делать. Слушайте, а что это за длинные дулы у него? Что это за дудка такая? Кто истекает кровью? Смерть пришла за мной, брат. Понятно, убивает ассасина. Теперь мне надо его защищать вместо того, чтобы нам помогал. Так, хорошо. Смерть неизбежна. Спасибо, брат. Это я тебя подвергла. Ты мой испытание, ты еще новичок. Кто был поблизости, тот и пришел на помощь. Что это за красный индикатор? Он заполняется. Так он еще живой. Сет стан еще двое солдат.
Я его где-то видел. Меня кто-то заметил. На коне бежит. Ага. Может, ты попался? Который кусался. Еще с той стороны. Они периодически появляются снова и снова. Так, мы выполнили задание. Улучшаем. Восстанавливаем. Плохо дело. Кругом сплошь мертвецы. Пойду-ка я. Это место мы уже второй раз разгромили. По-моему. Так. Я уже в который раз хочу. Хочу найти Леонардо и купить у него улучшение. Даже лучше, чем миланские. У меня там... Но то, что белым, это на лавочке улучшение для нашего арсенала. А то, что черным, это уничтожить его чертежи и оружие. Эцио. Отличная новость. Банкир Чезари убит. Похоже, что теперь финансы Чезари в совершенном беспорядке. Какой сюрприз. Ты случайно не имеешь к этому отношения? Ты правда хочешь это знать? Нет, пожалуй. Я займусь изобретениями. По-моему, мы так давно уже в курсе всего. Перчатка альпиниста. Перчатка альпиниста. Я должен вернуться в мастерскую. Жди здесь. Теперь я смогу попасть куда захочу. Надо проверить эту перчатку. Чтобы потянуться в прыжке, нажмите. Не успела прочитать. Разглядывала красоту и хотела посмотреть, какая башня повыше. Нам пригодится для того, чтобы испытать нашу новую перчатку. Нам надо последнюю башню Борджиа разгромить. И, наверное, на этом стоит прерваться. На время хотя бы чаечек попить. Стой, 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 стой. С тобой чуть не сиганули вниз. А там не столько сеном нету. Но здесь на всякий пожарный... Был выступ, так что мы бы не погибли. Вниманию испанских наемников и искателей приключений.
Стража больше не будет. Стража больше не будет спать на рабочем месте. Узница выше по течению реки. Сезонная распродажа. Чинить все. Куда-то вот сюда.